Открой свои уста и начинайте снимать всякие одежды беззакония. Все, что препятствует вашей молитве, всякая одежда неправедности, всякая одежда греха, все, что препятствует вашей молитве, всякая одежда бесславия, все, что препятствует вашей молитве, начинайте снимать эти одежды во имя Иисуса Христа. Снимайте эти одежды во имя Иисуса Христа. Снимайте эти одежды во имя Иисуса Христа. Снимайте эти одежды во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Что мы имеем в виду под одеждами беззакония? Те вещи, которые не по Божьей воле в вашей жизни, которые не обетование Бога. Все, что не по обетованию Бога в твоей жизни. Если ли это в вашем здоровье или в ваших финансах, открой свои уста и начинай снимать эти одежды. Снимай эти одежды. Снимай эти одежды. Снимай эти одежды. Ce que nous appelons vêtements de l'iniquité, ce sont toutes ces choses qui sont contraires à la volonté de Dieu de votre vie, de votre carrière, de votre famille. Maintenant, enlevez ce vêtement dans le nom de Jésus-Christ. Во имя Иисуса Христа. Вы знаете свои слабости. Те слабости, которые стоят между тобою и твоим обетованием. И это есть та одежда беззакония. И это демонический дух. Открой свои уста и начинай сражаться против их. See this woman as she vomits out the root cause of her sickness as the prayer is going on. This is deliverance in the power of the Holy Spirit. Watch your screen right now. Во имя Иисуса Христа. Эта одежда может быть боль, болезнь или демон. Простри свою правую руку. Скажи, ты демон. Он может прийти в виде болезни, разочарования или разрушения. Он может прийти в любой форме. Во имя Иисуса Христа. Слушай. Я послан, чтобы освободить вас. Все, что вы скажете здесь, то будет сказано на небе. Вы знаете это. Открой свои уста. И скажи. Ты демон. Ты дьявол. Слово, которое ты говоришь, оно не твое. Скажи, ты демон. Он не будет слушать тебя, если ты говоришь от себя. Открой свои уста и пой. Сейчас оставайтесь в молчании и молитесь в Духе. Jesus.